Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! Меня зовут Андрей Микулин. Я руководитель своей же академии массажа Микулина Андрея Леонидовича. Сегодня у нас 2 сентября. И сегодня стартует наш новый проект «Академия массажа Микулина АЛ. Новый формат». Что это значит? Это значит, что я в течение года, плюс-минус, буду выкладывать совершенно бесплатно весь свой закрытый, отработанный в течение 9 лет, начиная с 15 года, а может там меньше, может больше, закрытый курс 1К. При этом будут выполнены следующие условия. Все ребята, их где-то около 30, наверное, моих учеников, назовем старый формат академии, у них будет возможность поступить ко мне дальше, кто закончил первый курс, на второй, потом на третий, потом на четвертый, потом на пятый. Или кто закончил 2К, потом на третий, на четвертый, на пятый. А новых учеников я брать не буду. Почему курс закрытый? Почему он был закрытый, а почему я его открываю сегодня? Ну, маленькая такая предыстория. Почему вообще возникла академия массажа и почему сначала была школа массажа? Если вы слышали об Андрее Микулине или не слышали об Андрее Микулине, если вы с ним знакомы или где-то читали, массажем я совершенно случайно стал профессионально заниматься, не увлекаться, а заниматься с 1990 года. И практически всю свою жизнь посвятил этой дисциплине. Мне как-то случайно, а случайностей не бывает, просто повезло. И я попал к одному учителю, Ивану Николаевичу Щеголеву. Отучившись у него 2 года, я потом попал в элитное подразделение официальной медицины, центр. Даже не центр, а стационар вертебрологии. Там, где делали, делают и, надеюсь, будут делать и в дальнейшем операции. Это сложнейшие операции на позвоночнике. И мой первоначальный уклон в массаже, он был как бы оздоровительно-спортивный. То есть меня Иван Николаевич, он натаскивал, вот именно слово натаскивал, и будете слышать очень часто слово в моем исполнении, в моей трактовке, слово «дрессировал». Слово «дрессировал» – это слово «делал», это слово «готовил». Это слово «дрессировка» – это с большой буквы. Это мною целенаправленно занимался один человек в течение 2 лет. И при этом мне были выставлены несколько условий. Первое условие было, как сейчас помню, это делать
то, что я тебе скажу. Второе, это приходить тогда, когда ты мне будешь нужен, когда я скажу. Я при этом работал в почтовом ящике на оборонном предприятии на должности радиоинженера, и выполнять последние условия было проблематично. Но тем не менее я его выполнил. Здесь, в этом первом видео, не история моей жизни. Здесь новый формат и все о нем. Начало. Так вот, когда я через 8-10 лет подготовки, а мой уже уклон этим же стационаром, где я начинал практиковать вертебрологическим, этот уклон, этот вектор, он сместился в область вертебрологии, в область науки о позвоночнике. И практически 30 лет и больше я занимаюсь восстановлением, реставрацией, как я называю, реставрацией тел людей. Ремонтом тел людей. Или лечением позвоночника и не только позвоночника. Второй мой учитель, ну как-то так получилось, что я совершенно случайно, имея 8 или 10 лет элитной подготовки, спецназа по массажу, попал в медицинский детский центр, научно-исследовательский, лечение позвоночника, а потом восстановление детей и инвалидов. И стал работать на протяжении 4 лет детским массажистом от 0 до 16 лет. С пиковой нагрузкой на втором году работы, начиная со второго года и по четвертый, по 27 человек в день. И как только я туда пришел, прям в первый день, там никого не было, там только еще велось строительство. Я познакомился с выдающимся человеком, массажистом, доктором, главным врачом этого медцентра, Коротковым Андреем Борисовичем. И он мне, наша беседа началась с чего? Он мне говорит: Андрей Леонидович, скажите, что вы знаете о массаже? А я ему начал перечислять. Андрей Борисович, массаж делится на сегментарный, линейный, точечный. Он: стоп, достаточно. И дальше мне начинает говорить: Андрей Леонидович, массаж, он не делится на виды. Массаж – это единое целое. Вот дословно, что он сказал, слово в слово, я сейчас не повторю. Но вот эта вот базовая трактовка, она осела и переформировала все мое мировоззрение, начиная с этого момента. И так получилось, что он мне выдвинул несколько условий. Первый выдвинул учитель, и второй выдвинул тоже несколько условий. И условия были следующие. Вы, Андрей Леонидович, вам надо забыть все, что вы знаете о массаже. Я это, ребята, сделал. Мне было это сложно. Очень сложно. Чувствуя себя достаточно профессионально подготовленным, мне пришлось все свое вот это, весь свой навык просто отложить в сторону и начать с нуля. И второе условие, которое мне выставил, это работать без применения масла. Без применения масла. И благодаря ему, 8 лет до этого я работал с маслом. Иван Николаевич Щеголев, он меня обучал работать с маслом. Работая в стационаре вертебрологии, я работал с маслом. Масляный массаж. Профессионально работал с масляным, с применением масла. А потом, в течение 4 лет, у меня был кабинет с загрузкой на заводе упаковочных машин. Это элитный завод, бывший завод Ленина у нас в центре нашего Воронежа. Это были советские годы, где-то там 95-й, 96-й, я уж не помню, какие года. Если кому интересно, заходите на мой сайт Массаги ВРН, Массаж Воронеж. Там все, там есть раздел обо мне, вы там все эти циферки увидите, если кому интересно.
Так вот, загрузка там была, у меня запись была сначала на полгода, потом на год период. Ну, по 10, максимум 15 человек. И здесь, начиная с этого поворотного момента, со встречи в детском медицинском центре с Андреем Борисовичем Коротковым, я с того момента стал работать без применения масла. Если вы хотите ознакомиться с моими работами, как я работаю, вот прям в этом видео я показывать не буду. На YouTube есть канал, там есть два канала. Первоначально это школа массажа Андрея Микулина, и второй канал это канал Академии, именно Академии массажа, который ведется с 17 года. Академии массажа Микулина, ну, соответственно, АЛ, это я. И там вы можете посмотреть видео в исполнении моей работы. Моей сложной, непростой работы. Так вот, если вы хотите обучаться массажу именно у меня, прям с первого дня нашего общения вам надо привыкнуть к тому, а молодое поколение, поколение скороспелок, извиняюсь, если кого обидел. Оно привыкло в течение 3-5-10 минут, 5-10 минут, чтобы им быстро вывалили информацию, чтобы они быстро его переварили, также забыли и пошли дальше. Ребята, начинается момент отсева. Формат академии. Он возник из формата школы массажа. Чтобы вы понимали, моя жизнь, она жизнь простого массажиста, который из радиоэлектроники ушел в профессиональный лечебный массаж, она не такая простая и она ветвистая. Мне за всю свою вот эту долгую, я уже древний, как мамонт. За всю долгую жизнь мне пришлось обучаться, и сейчас я еще только в стадии обучения, разным направлениям, не связанным с медициной. Изначально это была радиоэлектроника. Параллельно с массажем это компьютеры, это программирование. И потом, посчитав себя пенсионером массажа, с максимальной загрузкой, то есть 27 и плюс 5. 5 взрослых я просто зарабатывал тогда еще. Вы, возможно, молодое поколение, не знаете, что такое компьютер Pentium. А я зарабатывал себе как раз на Pentium. Бегал в течение месяца по городу без машины, зарабатывая по крупицам, складывая себе. Ценник был достаточно большой. Ну, а простой, обыкновенный компьютер, который сейчас не котируется вообще. А тогда это был просто писк. И параллельно, приходя домой после массажа, занимался еще программированием. Так вот, после этого медицинского центра я ушел из профессионального массажа. Я ушел в медицину, но только по другой части. Но при этом я никогда не бросал массаж даже на день. Я ушел в программисты. Если кому интересна эта история, она долгая, она нудная, возможно. Эта история будет рассказана на канале, а у Миклаба, то есть это вот Миклаб, лаборатория Микулина. Мик Микулин Лаб Лаборатория. Сейчас все эти проекты, они при поддержке Миклаба. И проект Академия Массажа, он тоже как подпроект Миклаба. Так вот, если интересно, есть сейчас уже запущенные проекты «Вкусный Андрей» при моем участии, «Доктор Микулин» при моем участии, КБ Микулина при моем участии, ну, еще вспомогательные проекты, подразделения, и вот разножанровые причем. Это если кому интересно. Если вдруг.
Обычно считается как? И обычно как вот я раньше терял своих пациентов, клиентов, как? Мне интересен человек, я с ним начинаю беседовать. И тут он случайно узнает, я ему об этом говорю, что я программист, я действующий программист, и я прекрасно понимаю, что человек в виде пациента от меня исчезнет в следующий день. Так оно и происходит. Под предлогом куда-то уехать пациент исчезает. Почему? А потому что в сознании людей совмещение разных разножанровых дисциплин непонятно как. Как человек может быть совершенен в разных областях. И вот совершенно недавно, открыв практически на коленке все свои проекты, почти разом, я выступаю в разных профессиональных жанрах. И вот, если кому интересна моя подноготная, выйдет фильм «Легенда» на проекте доктора Микулин, и там как раз будет рассказана история. История, почему, как. Итак, ребята, о проекте «Академия массажа. Новый формат». Что это значит? Это значит, что старый формат обучения, он с сегодняшнего дня закрыт. У кого было желание попасть ко мне на обучение? Сейчас я уже вас, к счастью, к моему и к вашему сожалению, не приму. У вас было достаточно времени, 17-й год стартовал проект, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, у вас было 7 долгих лет, чтобы это осуществить. Я, ребята, вас ждал. У меня был даже такой ученик, который около 6 лет мониторил и смотрел мои сайты, мои видео. А потом, когда началась пандемия, он решил все-таки мне взять и позвонить. У нас с ним было собеседование 4 часа заочное по телефону, потом 4 часа очное, потом... Получилось так, что он от меня пропадает на год-полтора, потом мы с ним встречаемся. Мы встречаемся, и я потом ему отказываю в обучении. И такое, ребята, тоже было и бывает. Так вот, как только и почему возникла школа, а потом уже академия. И вы поймете, потому что это красный конвой. Идет и транслируется, и моделируется на целый год обучения, на запланированный год. Я не знаю, может быть меньше, может быть больше. Обучение в формате 1К, оно длилось не менее 100 академ-часов. Это месяц или полтора, но максимум 2 месяца, не больше. При ценнике самым минимальным за подобное обучение в России и за рубежом тем более. Все мои коллеги, массажисты в городе Москве через руки, как бы через из уст в уста передавалась такая информация. Их всегда интересовало, и за рубежом тоже, почему обучение у Микулина в таком профессиональном формате, почему оно ничтожно мало по деньгам. Были на это, ребята, причины. А сейчас это все совершенно бесплатно. В чем же подвох, спросите вы, и есть ли подвох или нет? Да, ребята, честно и откровенно, прям с этой минуты, с этого дня, дальнейшая прямая трансляция из уст в уста. Я честно, откровенно скажу, что подвох есть. И постараюсь прямо сейчас, чтобы вы после этого в одного видео определились. Вы со мной или вы дальше без меня? Я, кроме обучения у Андрея Борисовича Короткова, у Ивана Николаевича Щеголева, прошел еще обучение месяц или полтора у Опарина.
Я не помню, к сожалению, как его зовут. К сожалению, к моему, я не помню. Кстати, микрофон нельзя касаться, простите за звук, не буду ничего убирать. Шероховатости, если возникли. Один из моих друзей, Михаил Бочкарев, медик, ветеринар, изначально ветеринар-медик, ветеринарный врач, уезжая в советские времена в Сербию, где были военные действия, еще тогда еще не было военных действий, пришел ко мне и попросил, а я как раз тогда работал в Дубовке, в стационаре вертебрологии, попросил меня обучить его массажу. Я говорю, Миша, как это будет? Он, ну как, вот я иду на курсы медицинского института. Ты будешь ходить со мной, если захочешь. Я говорю, да, конечно. И будешь меня, не говоря никому, обучать. И вот я вместе с ним прошел обучение очень хорошего. Я думаю, его сейчас, к сожалению, нет в живых. Ему тогда было где-то около 60-70 в те годы. Очень хороший человек, очень хороший, своеобразный. Я помню, вот вспомнил с большим трудом фамилию Апарин. Хотя в медицинских кругах у него практически обучение прошло пол Воронежа тогда. Его, в принципе, как бы оценивали и относились к нему как к некому такому чудаку. Чудаку, который просто обучал массажу. Ну, ребята, там далее поверхностные работы, в принципе, особо ничего не было. Далее классики, там тоже ничего не было. Но, тем не менее, за это спасибо. И время от времени я мониторил просто обучение, как оно производится, где оно производится. И я обучался еще до Дубовки. Я закончил 2,5 месяца при пединституте, педагогическом институте, курсы массажа у третьего выдающегося массажиста Льва Разливанова. К сожалению, опять же, не помню его отчество. Сейчас остатки разливановцев старинной школы массажа где-то еще остались. Вот эпоха, да, вот у меня три эпохи я прошел. Первая – это эпоха 90-х. Вторая – это эпоха 2000-х. И третья эпоха, которая сейчас вот это за 20-х, скажем так. Так вот, в ту эпоху 90-х Льва Разливанова знал практически весь город. Физкультурная часть. Андрея Борисовича Короткова и Бориса Николаевича, его отца Короткова, знал весь медицинский Воронеж. Как профессиональных специалистов в области лечебного массажа. И Ивана Николаевича Щеголева знала пол Воронежа практически вся часть трудового населения, которые у него лечили позвоночник, спины, руки, ноги, все на свете. На обучение к одному, ко второму, третьему практически просто так было не попасть. Это, ребята, просто случайность, которой на самом деле не бывает. Ребята, на канале и в моей жизни, и в проектах достаточно, может быть, немножко маловато, а потом, может быть, больше будет мистики. Вот если вы своему очень хорошему, близкому другу даете обещание и даете слово, вы обычно выполняете это слово. Так повелось в моей жизни, если я даю слово, я его обязательно выполняю. Как бы мне это хотелось, как бы мне это не хотелось. И при этом
Я не смотрю на возможные последствия и их никоим образом не просчитываю. Так вот, начиная с 2015 года, я написал первую часть своей книги «Искусство массажа». И я выложил ее в рукописном варианте на свой сайт «Массаж Воронеж» massage-vrn.ru. И там я описал фантастическую или не фантастическую историю, как Андрей Микулин. То есть там писалось от первого лица. От первого лица. И до сих пор никто, ни одна живая душа не знает в плане моих учеников и какого-нибудь дружеского, близкого окружения, правда, что там написано, или это мой художественный вымысел. И пока пускай это останется так. Так же. Так вот, в сюжете этой книги Андрей Микулин совершенно случайно сваливается. Ну, не на голову, но на коленке одного старого колдуна, мага, но не волшебника. Сан Саныч терпеть не мог слово «волшебник». Слово «колдун» он улыбался. Слово «маг» он тоже к этому относился немножечко с улыбкой, критически. То, что показывается и пишется в книгах о маге, о магии, о колдовстве, как он с иронией любил иногда говорить, это все настолько преувеличено, настолько это вот совершенно не то и не имеет к нему отношения. Он относил себя к исследователям, себя, к исследователям Вселенной, к исследованию истинного порядка вещей, истинной силы, истинной воли, истинного намерения. И в течение 20 и более лет по сюжету этой моей книги «Искусство массажа» Андрей Микулин проходил закрытое обучение, ласково скажу, в неких ежовых рукавицах. И была одна история, но если вам интересно, я ее расскажу. Как-то раз Сан Саныч просто совершенно случайно изменил мое восприятие таким образом, что эта комната стала наполнена невидимыми людьми, которых я чувствовал, которых я ощущал всеми своими жабрами и фибрами. Ихние проницательные взгляды буравили меня с каждых сторон. Их были сотни, тысячи, десятки тысяч. Я фрагментально видел их лица. Это были старые мастера по искусству массажа и лечения людей. Там, за этой пеленой, они смотрели на меня, а я чувствовал и не понимал, и находился в состоянии между прострацией, в состоянии между непонимания, в состоянии дикого, щенячьего, горячими глазами восторга, и внутри меня все трепетало.
А Сан Саныч с улыбкой, видя меня, мне тогда говорил: Андрей, ты должен написать книгу, которая еще никогда не была написана и которая будет называться «Искусство массажа». И я прекрасно понимал, что вся вот эта вот аудитория, ну, не знаете, как вы, камера вряд ли передает ощущения, эмоции и высокие вибрации. Если сейчас я скажу, что они все здесь, вы просто покрутите у виска. Может быть, это и хорошо. А может быть, наоборот, Андрей Микулин с улыбкой на устах эту историю специально для вас придумал. Считайте, как хотите. Но иногда по ночам и сегодня ко мне приходят старые мастера, о которых уже все забыли. Никто не помнит, как их зовут, и они мне показывают свое забытое искусство, и не только массажа. Искусство воздействия с целью коррекции на организм человека для достижения гомеостаза. Воздействие мануальное рукой, и не только рукой, и с помощью, не касаясь, или касаясь, или с помощью голоса, или взгляда, или с помощью обыкновенной отвертки для цели, чтобы система души и тела, инь и янь, были в балансе. Вот эту вот трактовку, которую я вам сказал, это моя трактовочка. В плане немножечко переделанной концепции моего второго учителя по массажу. Так вот, ребята, я принял решение полмесяца назад выполнить свое данное слово Сан Санычу. Если вы прочитаете книгу, она там есть, вы поймете, и вы прочитаете, что имя Сан Саныч это является вымышленным. Потому что в мире магии Сан Саныч мне сразу дал, беря меня в ученики, мне первое, опять же, условие, чтобы никогда и нигде не было озвучки его настоящего имени, фамилии и отчества. И даже меня вот недавно спрашивают мои ребята, а имя собаки Инги, оно тоже вымышленное? Да, имя собаки Инги тоже вымышленное. И никогда, ни при каких обстоятельствах не было указано место его тогдашнего обитания. Воронежская область. Все. Достаточно. Этого вполне достаточно. Вот, это одно из подоплек, почему я открываю новый формат курса. А сейчас, ребята, я сниму свой вот этот вот эмоциональный накал. Пойду буквально на 5 секунд, подышу кислородом с сигаретой, и я продолжу.
И вам расскажу последнюю и главную вещь. Почему появилась школа массажа? Почему школа преобразовалась в академию массажа? И почему закрытый формат? И почему все вот это перенеслось в проект Академия массажа, новый формат? И вы поймете, почему закрылся старый формат. Заодно посмотрим, записалось что или нет. А то у меня здесь идет запись через передатчик, и вдруг где-то сдохла батарейка или как еще. А наговаривать заново вот никакого желания нет. Мы вам показываем на высокой скорости запись, которая была после первого, вот этой, первого ролика, которая длилась 1 час 42 минуты и 14 секунд. А потом еще маленький ролик, который тоже покажем на повышенной максимальной записи, который длился 7 минут 3 секунды. По какой-то некой случайности, а случайностей не бывает, микрофонно-гарнитурная система не сработала, и звук не записался. Может быть, пока не будем делать выводы, почему это произошло. Но, тем не менее, это случилось. Итак, мы начинаем новый формат Академии массажа Микулина Андрея Леонидовича.